возвестила людям о том, что в мир пришел Спаситель. Небезвездочка зажглась золотая, эта звездочка была непростая. Со Всевышним Бог ту звезду зажег, и горит она, и сияет, нам спасению путь озаряет. Мудрецы Востока, волхвы, знали из древних книг, что на земле должен родиться Христос. По звезде они нашли к нему дорогу и принесли младенцу богатые дары. Подарками ларцы, слиток золота в одном из них лежал, и сиял он ярче, чем заря. Этот дар волшебный означал, что Христа встречают как царя. Ладан ароматный был в другом. Этот дар всем возвещал о том, что Всевышний указал волхвам дорогу, и они, младенцы, видят Бога. В третьем же ларце лежала смирна. Было ведь предсказано от века, что Господь придет на землю с миром в образе земного человека. От востока с мудрецами путешествовала звезда, за бесценными дарами от Олимпии шла Христа. Мы Христа пришли прославить, а вас праздником возглавить. Христос!
чудесный. Он будет закончен, но праздник у нас продолжается. Сейчас, дорогие братья и сестры, все детки и родители, у кого... Вы сейчас деток одеваете, у нас сейчас вокруг храма будет спортивная эстафета, где все могут поучаствовать, не только кто здесь в воскресной школе, но и все ребятки, кто здесь сидят, смотрят сегодня. Сейчас будет эта эстафета вокруг храма. Будет много там разных состязаний, где нужно будет пострелять и из лука, где нужно будет покидать и копья, там, и кольца там пометать. Это страна великого мученика Георгия Победоносца. Вот мы придем сейчас в нее и потрудимся, как спортсмены с вами везде, оббежим, и какая команда победит, вот тем будет награда. Потом, дорогие братья и сестры, все детки наши, вот кто участвовал и кто останется из ребят, вы потом будет трапеза. Я думаю, место найдем, все сдвинемся понемножку, потихонечку поделимся, если даже нас больше, и слава Богу. И потом подарки будут всем, наверное, хватит подарков, так что вы дожидайте все деток, сколько у нас деток нужно будет посчитать. И после трапезы будут всем подарки с Рождеством Христовым. Так что, ребята, сейчас все одевайтесь тепло и на улицу будем делиться на команды и участвовать в состязании.